На старт внимание за здоровый образ жизни. Спортивный праздник по таким девизам прошел во Владимире на стадионе «Лыбедь». В нем приняли участие сотрудники 20 медицинских учреждений региона. Были условия некоторые даны каждой командам, чтобы они должны не только привести свое настроение, не только определить свою принадлежность к тому или иному учреждению, но и выглядеть в спортивной форме и с определенной атрибутикой. В командах по 5 человек. Они соревнуются в 5 дисциплинах. Прыжках в длину, метании мяча, рывке гири, упражнения на пресс и смешанные эстафете. Желание проявить себя запредельное. Елена Мохова из 2-го городского роддома осталась недовольна своим прыжком в длину и оценила его на 3. Ну, хотелось бы больше 2 метра, но вышло 2. Конечно, бы хотелось победить. Как, ну, все говорят, что главное участие, но каждая команда внутри тешит надежду, что именно она станет первой. Врач-травматолог областной клинической больницы Лев Пантелеев рассказал, что в состав сборной ОКБ вошли медсестры, врачи и работники административной службы. К соревнованиям они готовились на протяжении месяца. Для нашей больницы важно участвовать в подобных мероприятиях, поскольку мы, как любые люди, работающие с дыханием, понимаем, что спорт – это на самом деле с раннего детства и в последующей жизни базис вообще для закладки здоровья, как физического, так и духовного, можно сказать, любого человека. Поэтому мы должны быть примером во всем, не только на словах, но и на деле, поэтому мы здесь. Соревнования среди медработников длились более 2 часов. Победители были награждены дипломами и памятными подарками, а команда, ставшая первой смешанной эстафете, получила кубок победителя. Максим Палагин, Александр Горшков, «Губерния-33».